Рад вновь приветствовать зрителей и подписчиков на моем канале. Сегодня мы отправимся недалеко от поселка Артыбаш, а конкретно вдоль озера Телецкого, к водопаду на третьей речке. Я уже в прошлый год о нем рассказывал, но в этот год я узнал интересную информацию, что данный водопад перемыло. И сейчас мы увидим, что там происходит. А также мы посетили в этот день водопад на третьей речке. Сейчас я иду мимо грохочущего ручья под названием Третья речка. Вот он. И идем мы к водопаду. Так водопад и называется, водопад на третьей речке. Под ногами валуны, переплетение камней. Идет небольшой дождь. Но думаю, не стоит грузить канал дублирующимися видео. В прошлом году я снимал полный видеоотчет о путешествии по водопадам вокруг озера Телецкого. И водопад на третьей речке у меня там был в самом конце. Поэтому, если кому-то будет интересно, ищите данное видео у меня на странице в YouTube. А мы продолжим дальше путь к этому водопаду. Несколько фоток я все-таки сделаю по этому водопаду и поставлю их в конце видео этого, как завершающий аккорд путешествия по горному Алтаю на этот год. Пути к водопаду нам встречается вот такой вот небольшой горный ручей, текущий с горы, видимо, кристально чистый. Вот он, сочится. Ну вот, к сожалению, до водопада на третьей речке мы не добрались. Весеннее половодье перемыло все. Да. А где-то там дальше был водопад, который у меня в прошлом выпуске был по горному Алтаю. Поэтому, да. Говорят, дальше только по веревке можно будет пройти. А тут все. Вот небольшой каскадик водопадов остался. И больше ничего. К сожалению, дальше мы не попадем. На этом выпуск по Алтаю я могу чистой совести закончить. Все. Вот это вот и есть каскад водопадов на третьей речке.